Сайдракс когда-то был великим воином, который сражался и побывал во многих битвах и войнах, но теперь я лишь очередной охотник за наживой, который мир и так уже навидывал. В моем арсенале имеется все, что поможет мне устранить все искомые мной цели. От длинных мечей до пулемета. Но если меня лишат основного оружия, у меня есть второстепенное. Оружие это метательное, и его название — Сирюкен. Даже если они осмелятся оставить меня без моего материального оружия, у меня все равно есть кое-что, чем я смогу их удивить. На мне все еще осталась часть былого величия, и это великая Карохи, маска света. После последней битвы они постарались сделать меня максимально успешной машиной для убийства. И это у них, к сожалению, удалось. Меня модернизировали и улучшали. По 150 раз переплавляли. Но все же, у них удалось сделать из меня настоящее чудовище. Вживить мне самые совершенные клинки в мире. И главное, подчинить меня себе. Но я получу всю силу, заложенную мне им наперекор, и вонжу все мои клинки им в спины, когда будет удобный момент. Братство могут заплатить за все, что они сделали со мной и с моими братьями. Я Сайдракс, воин чести и долга.